отличается мясо очень сочностью. Больше всего понравилась моя любимая шея. Я, честно говоря, никогда не думал, что свиная шея, приготовленная в виде стейка, может быть похожа на именно мраморную говядину. Да? И для меня сегодня стало откровением, что существует мраморная свинина. Вот, и я, пожалуй, стал поклонником Дюрока. Из блюд что запомнилось именно? Какие качества? Качество блюда – это, естественно, сочность его. Прекрасно отделяется мясо. Очень насыщенный такой живой вкус и, конечно, запах. Запах просто мы не сможем передать, да, через камеру, но его можно только описать, он прекрасен. Можно сказать, что Дюрок – это вот отлично подходит для ресторанных блюд, это такой уровень? Я думаю, надо внедрять, да, культуру именно свиноедчества, да, потому что у нас есть культура поедания говядины. Дюрок, да, можно рекомендовать, причем я думаю, что эта позиция была бы в топовых ресторанах на хорошем месте. При кормлении используются молочные продукты, добавляются растительные масла, кукуруза, ячмень, что дает положительные результаты и эффект. Если сравнить эту свинину с обычной, привычной нам, то почувствовать разницу можно, в принципе, при первом приготовлении ее. То есть ее приготовить может, как бы тривиально не звучало, каждый, да, то есть ее гораздо проще, наверное, приготовить обычному потребителю, любителю, кулинару. И испортить это мясо крайне сложно.